22 и 23 июня в Ангарске пройдут соревнования по мотокроссу. План предстоящего мероприятия обсудили накануне члены организационного комитета. В него вошли представители администрации и надзорных органов. На первом заседании обсудили сроки и время проведения соревнований, а также наметили план подготовительных работ. По времени по пункту 3 проведение соревнований 22 июня с 12:30 до 16:00. По пятому пункту проведения соревнований с 12:00 до 16:00. Также в шестом пункте откорректировали, что закрытие соревнований награждения победителей в 16:30. Соревнования по традиции пройдут в пойме реки Китой. Ожидается большое количество спортсменов со всей Иркутской области.